Игроков. И в разрез передача. Здорово, выход 1-0. И гол! Айда передача. Айда как все сделал классно. И нападающий 88 номер Мирослав Сергеевич Ильичко. Ну, конечно, разрыв. Просто прекрасно. Я выше всяких похвал отмечаю эту атаку. И Мирослав, конечно, открылся в разрез. И кто из партнеров отдал такую передачу? Давайте смотреть. Вот здесь вот. Смотрим. И выверенная передача. Нет положения вне игры. Серия ложных движений. А именно две штуки. Переложил на неудобную и поразил пустой угол. Бросование в зоне Дмитрия Пенькова. Остается оно за Ильей Жиренко. Прошу прощения, это Мирослав Величко. Конечно же, бросок с пятачка. На смену заклюшки идти было не особо выгодно. Ему далековато. Обрезали бы игрока, и атака была бы 4-3, по идее. Проход от нападающего ЦСКА прям так доходил до вратаря. Ну и атака 3-2. Вот это самая контратака. Скидка на третьего. Бросок. Штанга и залетает. Шайба ворота. Вот и первый гол для команды Академии Петрова. Формата 4-4. Как я сказал, по идее для ЦСКА вроде на руку. Но на контратаке Петрова могут подловить. И вот как раз на контратаке команда и подловила. Проорбиты по-прежнему сохраняют 1-0 на табло. Еще один момент у Академии Петрова. Бросок добивания. Еще один бросок. И все-таки это гол. Мирослав Величко. Автор заброшенной шайбы. Здесь уже ничего не смог поделать. Голкипер орбиты Андрей Нефедов. Он уже был отыгран. И в пустые ворота Величко. Тут же побежит меняться на шестого полевого. Гости выиграли в выбрасывание. Федотов на месте. Опаснейший момент. У ворот Академии Михайлова. Бросок от синей линии. Шайбу Быкова. Вбрасывание в зоне хозяев. Вот он повтор опаснейшего эпизода. Выброс уже особо придумывать было нечего. Ну и пока Химик здесь также показывает довольно образцовую показательную игру, но еще рано говорить. Петров в кот-зону через заброс действовал Семенищу. Туда за лицевую, но вот там сбита шайба. Направо с коду! Семенище отправляет шайбу. Вот так вот выброс из зоны верхом перекрывается он клюшкой. Сразу передача и в касание у нас с вами шайба отправляется в ворота. Иван Семенище становится автором гола для своей команды, реализованная большинство. Но, повторяюсь, моментик вышел неприятный. Выброс шел верхом, примерно чуть ниже груди, но ниже плеча. И с лету удается по-теннисному сыграть игроку команды Академии Петрова. Перехватить выброс. Шайба упала буквально перед ним. Сразу пас на Семенищева. Вбрасываем в зоне команды Химика. Назад. Пока сыграли, а там передача не точная на оппонента. Так, выход, еще и передача с броском. И с голом! Команда Академии Петрова забивает свою вторую шайбу. Мирослав Величко здесь сделал ту самую передачу на левую штангу. И далее завершение уже от партнера в ближний уголок. Получается максимально продуктивный. По идее, понимаю, Егор Пауков, возможно, стал автором гола. Свои моменты реализовывать, но сейчас им восстановить в обороне-то нужно. Две минуты до конца и три шайбы, да, разделяют наши коллективы. Здесь, понятное дело, скорее все-таки... Ох, какой момент опасный. Перекладина шайба приходит. Да, Академий Петров вообще ни на секунду не думает. Мне кажется, уже очень даже скоро этот момент произойдет. Вновь атака игроков команды Академии. Мирослав Величко вместе с шайбой. Бросок. Неплохо, на самом деле. Включился Иван Семенищев прям перед воротами Атланта и Михаила Иванова. Посмотрите, сначала Величко, Семенищев. Замкнуть дальнюю. Не хватает немножечко.
Ну, снежные барсы концовки не забирают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот тебе дриблинг. Ну надо же, а ну что ж ты делаешь-то, друг дорогой? Егор, 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 Егор. За голову хватается наставник команды. Это, конечно, ситуация бей-беги, да. Возле своих ворот начинать обыгрывать соперника, на ведение и контроль утратить.